У оперативных службах Могилева кажут, что у ночь на 1 студеня каля святочных елок собралось усяго 25 тысяч человек. Например, святочные пляцовки Могилева наведали каля 5 тысяч человек. Бобруйска – 4. У местах массового отпочинку святы прошли спокойно. У медицинским вытвярезнику новогоднюю ночь сустрели только 2 человеки. Столько ж оказались у больницах у вынику неудалого выбуху петард. У могилевчанина опеки двух рук, у жыхара Кличева – термичный опек живота. Петарда выбухнула непосредственно у кишени. Куды большую занепокоенность милиционеров у минулые святы вызвали бытовые сварки. На Могилевщине отбылося 3 забойства. Зафиксованы 3 выпадки нанесения тяжких телесных пошкоджений. Усё гэта стало выником уживания спиртного. Неспокойно прошли новогодние святы и для выратовальников. За 3 дни 17 пожаров, 6 человек загинули. Что до ситуации на дорогах в области, то за 3 святочные дни отбылося 2 дорожно-транспортных здарения. 2 человека загинули, 1 отримал травмы. Затримано 39 нецвярозых водителей. Так жудасная авария отбылася поблизу вёски Тугу. Болится, что у Бобруйском районе водитель «Фольксвагена» сбил 2 мясовых жыхаров, которые шли уздовж проезжей частки. Пешеходы загинули на месте. По факте здарения проводится проверка. Происшествие произошло уже в темное время суток. Вот, у пешеходов имели световозвращающие элементы. Но в нарушение правил они двигались по краю проезжей части по ходу движения транспортных средств. Наталья Ильинич, Александр Дашук, «Новин регион».